Atomic Spark, зверь. Так, пожалуйста, не делайте никогда. Это только сумасшедшие люди делают. Сегодня мы не хотим немножко рассказать про квадроцикл подростковый, детский, называйте как хотите, даже для взрослых он годится. Это Atomic Spark, производителя ТВ, 110 кубиков, 8,5 лошадиных сил, трансмиссия автомат, центробежное сцепление у него. Задняя передача, двигатель четырехтактный, с раздельной системой смазки, переключение скоростей ножное, вперед, нейтральная задняя передача. Сами видели в действии, этому квадроциклу уже 3 года, привезли его на обслуживание, он работает в прокате, уже отбил себя фактически. Стоимость новой такой техники меньше 50 тысяч рублей. Очень интересный вариант. Богатая комплектация у него по начинке технологической. На коротких рычагах идет. Но с гидравлическими передними тормозами. Гидравлика. И задняя гидравлика, и передняя гидравлика. Сзади стоит уже серьезный маятник, как у более мощных квадроциклов. Амортизатор центральный. Цепь 420-28H усиленная. Достаточно серьезный аппарат. Много терпит. Всем рекомендую наноагрегат, особенно если вы ищете ребенку от там, 5-6 до лет, наверное, там, 10-12. Самый идеальный вариант по мощности, по размеру, очень экономичный, от 2 до 3 литров на 100 километров пробега потребляет квадроцикл. Отличный аппарат. Ну, подписывайтесь на наш канал Мотосибирь55. Если кого интересует различная техника, в том числе квадроциклетная, можете переходить на Мотосибирь55.ру на сайт, посмотреть информацию по стоимости, по комплектации, по техническим характеристикам, по ассортименту. Кто хочет вживую посмотреть, приходите в городе Омске по адресу 13 Комсомольская 1/2 и улица Енисейская 3В. Всегда найдете большой выбор, ассортимент техники на различный вкус и кошелек. И на различный возраст, от мала до велика. От малообъемных, детских, электрических и бензиновых квадроциклов до полноприводных серьезных аппаратов 500 кубиков и выше. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.